Полиция Крыма пресекла несколько случаев нелегальных перевозок пассажиров на посту «Ангарский перевал», сообщает пресс-служба республиканского МВД. Во время операции «Нелегальный перевозчик» сотрудники госавтоинспекции обнаружили, что водители перевозят пассажиров без специального разрешения, без регистрации, ведут и предпринимательскую деятельность. В действиях водителя усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотрено статьей 14.1 Кодекса об административном правонарушении. Данное правонарушение влечет административное наказание в виде административного штрафа в размере 120 тысяч рублей. Сотрудники полиции напоминают, что нелегальные перевозчики пренебрегают безопасностью пассажиров. Еще более глобальным нарушением является перевозка пассажиров автобусами. Вместимость автобуса составляет более чем легкового автомобиля, хотя ответственность на сегодняшний день предусматривает для водителя одна и та же. Риск пассажиров перед тем, как они садятся в пассажирский автобус, должна быть предусмотрена как действующим законодательством, так и самим морально-психологическими факторами, которые влияют на состояние как пассажиров, так и водителя этого автобуса.